чем продаешь? Сейчас реки обновлю. Бля, вот это река. Блять, что написать? Нет, надо написать «продолжай, у тебя все получится». Он нихуя не поймет, но мне поебать вообще, если честно. Включить уведомление. Ты что, охуел, блять? Отстань. Геликоптер! Геликоптер, геликоптер! Тихо, все. Я не могу слово «член» теперь нормально воспринимать. Я просто представил, блядь. Давайте не будем им говорить, блядь, кто не понял. Я просто, блядь, представил, что он еще и в презервативе. Это, блядь, вообще что нахуй, блядь, получилось у меня в голове. В пизду, короче. Кто понял, тот, ну, кто понял и тот, кто не понял, вообще нихуя. Плюнь мне в жопу, поцелуй меня в очко, укуси мой клитор. Че за хуйня, блядь? И насри мне на грудь. Наспускай на лицо молочко и воткни. Да это вообще кринж даже для меня, если честно. Я уж там не знаю, там мать еще сидит, блядь, это слушает. Так, Владимир, немытая бомжиха, будет ли чистое будущее? Да? Владимир, немытая бомжиха, будет ли чистое будущее? Кто-нибудь дарит сапки через Киви, не могу купить себе. Да, у меня кто-то дарит сапки. Кстати, можете бизнес намутить. У кого получается сапки дарить, надо какого-то менеджера посадить, который будет 10% себе забирать с оплаты и дарить сапки людям. Хуй там. Это что вы не чувствуете? Здравствуйте. Нет, это что такое? Анализы. Нет. Вы что, с ума сошли, что ли, в конце концов? Вы что? Спасибо, друг. Убирайте. Убирайте. Давай выгоняйте его на пляж. Давай убирайте этого. А что, набрали? Убирайте вообще. Выходите. Да что? Выходите. Идите. Прикиньте, если он реально в банку срал. Ну, типа, там реально говно. Друг, там реально говно. Bonjour, mes petits chats. C'est moi. Кто ты? Альтушка. Йоу. Как меня все в комментариях прозвали. Большое спасибо. Прими в гости. Нет, я не принимаю в гости. Если приглашают в гости, это значит, что вампир придет к тебе. Нет. Итак... Лоус бесит. Так, что? Нахуй. Нахуй это. Are you serious? Dude, you're in a bowl of that. What have you done to my cats? Just enjoying our time.
This isn't normal. Yes, it is. There's nothing about this is normal. Oh my god. Let me get you. Are you kidding me? Ой-ой-ой-ой, хацанит жестко. Вот оно. Бля, вот это хацаната реально. Блять, это арабский дрифт, чуваки. Это вообще пиздец. Я тоже выпал нахуй. Бля, официально заявляю, нужен фул нахуй. Ты чё, вообще лох, что ли, блядь? Я ожидал чего угодно, но не этой ебанины, если честно. Чё за кринж? Это какой-то попущенный сделал ТикТок. Так, тут в чём прикол? Так, и в чём прикол? Понял. Там жарко, как там и барбарики. Там все выдержали. Охуенно. Вот это парилка нахуй. А че вы ржете? Это так и есть, блядь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Люди, которые с людьми не общаются. Них... Так, осуждаю, он будет что-то пиздеть? Да, хорошее настроение, потому что, ну, только какая-то конченая мразь может испортить настроение, правильно? То есть с людьми просто не надо общаться. Всем совет, не общайтесь с людьми, будет хорошее настроение. Люди, которые с людьми не общаются... Не, папаня хуйню несет, слышите, не слушайте его, блядь. Не будете с людьми общаться, блядь, будете аскетычами полными вообще. Чешется, там еще такой мальчик, с тёлкой. Блять, это такая стрёмная. Блять, охуеть, прикиньте нахуй. Дженнифер Лоуренс, ебать, пришла нахуй. Почему она, а не я? Наелась, ебать, слышите? Я тоже стрёмная, блять. Это гений ебаный. Сидите там возле мамкиной сиси, так и вырастите додиками по жизни. Соберите, залёрка, блядь. Подъём, блядь, надо ебать. Сидите там возле... Бля, вот знаете, хочу вам что сказать. Вот есть человек, который за вас ТикТоки смотрит, да? Это я. А есть человек, который за вас поест.
За вас, блядь, поспит. Вот за вас поездит это таксист. За вас еду купит. Это, блядь, доставка еды. Прикиньте, блядь, вся наша жизнь, это что кто-то за нас что-то делает. Это все услуги. Блядь, гениально. Нужно что-то, блядь, придумать еще. Радио. За вас включит песню. Я не знаю, телевизор за вас фильмы покажет, блядь. Короче, весь бизнес построен на том, чтобы что-то делать за людей. Короче, что можно делать за людей? Бля, ну только поспать остается. Блядь, за людей даже родить можно, нахуй. Так, все, в пизду, короче, ее. Да иди ты нахуй. Ты куда уехал на машине? Так, осуждаю, если что, заранее. Мало ли что, блядь. Я в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Ты куда уехал? Сейчас так же ее немного, типа. Ай, гениально, нахуй. Вообще беспонтовая тема. Вот Алина что-то подкалывала. Но она, типа, адекватно делает. Не вот, вот у нее даже тут на фотке, типа, too much. Да понятно, что это отек. Там через дня 3-4 это все спадает и меньше становится. Знаете, в чем проблема заключается? Психологически за эти два дня, когда у тебя отек, ты привыкаешь к такому объему и тебе начинает нравиться. А потом, когда отек слезает, ты думаешь, блять, в следующий раз побольше подколю. В этом проблема, нахуй. Вот в чем проблема. Конечный итог после отека не нравится, блять, практически. Вот Алинка также типа ходила, колола, потом чуть побольше, чуть побольше. Вот сейчас вроде норм все. Так, 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 я надеюсь, здесь не этот звук. Фу, хорошо. Да, просто он у меня всегда в голове проигрывается сам. Я надеюсь, это не он. Да, это был не он. Пошел ты на! Бля, круто сделано, да? Размышление Оксана, 28. Не волнуйся, все разрешится наилучшим образом. Тинвейв, Юлия. Тинвейв, Гондон. Тинвейв, Гондон. Виктория, 43. Да, это правильное решение. Тима, все, вопросов нет. Возможно, будет... Ну? Ну, еще вчера ты не был им. Сегодня ты им являешься. А, ебать. А потянуться, не? Бля, спина сказка. Фу! Блядь! Бля, ну это смерть, нахуй. За меня только кто-то трахается, блядь. Ну все, наверное. Да, блядь, за нас все. Кто ближайшие два года не трахался, пишите плюс. Посмотрим, сколько нас, блядь. Как это, блядь? Слушайте. А считается ли это, что я, типа, ну этот самый, если я смотрю порно, как кого-то ебут? С философской стороны. Никто ж никогда не задумывался об этом. В теории это да. Купили новую машину. О, ебать, какой злой. Ух ты, сука какая. Пушистое чмо. Нихуя себе. Ебать, котик злой. Шлёпа злой. Кошмар, я думал, они добрые. Этот злой как конкретно. Еще один битмейкер.
чё? Я лес порно смотрю, так что не считается. Чё это, блядь, не считается? Считается нахуй. Ты чё, гений? Бля, мне так нравится вот эта функция. Давайте просто вот на кого попадет, тот лох. Стрелка. Thank you, guys. Ого, челик, а что ты тут делаешь? Ребята, я, честно сказать, не знаю, как я сюда попал, нахуй. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Так, блядь, надо что-то новое придумать, погодите. Блядь, что нарисовать можно? С московской стороны считается, только если ты влюбился в порноактрису. А, ну я нет. Пиздец, это гениально. Бля, надо, короче, хуй нарисовать. Так, тихо, погодите. А вы что думали, я другой нарисую? Поехали. Как может быть? Бля, если я смогу дотянуться до последней ступеньки ногой, то я не лох. Бля, надо было лоха оставить. Прикиньте, если бы я лоха оставил, как бы было охуенно, типа. Эй, блять, похуй, я не лох. Я вызываю тебя нечестивый во имя отца и сына. Я не могу, все, нахуй, хватит, блять. Надо что-то другое, блять. Бля, что нарисовать, типа, еще? Бля, жалко, картинки нельзя вставлять сюда. Это ж было бы 10 из 10, если бы можно было. Ой, бля. Так, можно нарисовать титьки, но это будет не так весело. Нарисуй шляпу. Бля, кстати, слышишь, вот чисто на нем вот так нарисую. Сейчас. У меня пенисовидные шляпы, так что не обижайтесь. Сейчас. Бля, ну надо ж полностью, да, то есть. Бля, очень долго, наверное, будем видос искать, где реально шляпа на голову упадет. Блядь. Почему тут нет заливки? Тут можно рисовать, но нет заливки. Так, надо какой-то челлендж придумать, так неинтересно. Кто может цапки подарить за меня? Значит, если в течение 10 тиктоков маска, шляпа реально кому-нибудь на голову налезет, тот дарит цапки. Но я потом это... Как-то надо договориться с кем-то, чтобы я вернул потом. Кто может дарить? Грин! Ты тут?
Ты можешь, короче, сапки дарить, я тебе переведу потом. У меня есть белорусские рубли. Ты дарил хоть раз? Бля, ну вроде похоже на шляпу, да? Фу, так. Через киви. Я не могу просто. Мне нужно, чтобы кто-то... Сколько сабок надо? Короче, мы будем по 5 дарить. Понял? По 5 сабок. Вот если сейчас в течение 10 тиктоков шляпа кому-нибудь на голову упадет, то значит 10 тиктоков. Если она падает, дарим 5 сабок. Поехали. Понял. Но нужен именно тот тикток, чтобы прям, знаете, вот он стоял, а у него шляпа на голове была. Геликоптер! Да сука, блядь! Ух ты это нахуй, титьки, ты чё, мать? Ебануться нахуй, титяндополы, охуеть. Было. Где было, блядь? Не, не было. Она не лезет. Для Вероники. Не, не считается. Если ты секс... Постигли коробку. Давайте 20. Так и вырастите додиками по жизни. А ну-ка. У меня хуйня. Алло, Лиза, что? Что мне делать? Давайте, короче, еще 20. Ну, смешные, да? Нет. 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 Есть? Засчитано, блядь? Нет, сказала. Засчитано! Есть, вот есть, так. Есть, я сейчас стопну на кадре. Ишь, какой? Актрисами. Да можно, можно, можно. Тихо, тихо, тихо. Почти, почти, ну. Нет, 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 сказала. Нет, нельзя. Тихо, сейчас. Нет, нет. Да, блядь, да что нет-то нахуй? А, у меня нельзя. Перемотка есть, точно. Ну, короче, пойдет, блядь, давай, дари. Надо не шляпу, надо что-то другое. Неинтересно, не весело. Я так скипаю все. Блядь, хуйня, короче. Надо что-то прикольное. Такое ощущение, что как будто братишкин 2014 году вернулся, и как будто это нездорово. Здорово, привет. Что? Я ебал газ, я ебал газ. Я ебал газ. Надо на челе каком-то нарисовать. Я ебал газ. Кто там, меня? Я ебал газ. Такое ощущение, что братишкин 2017 года вернулся, и как будто это нездорово. Так, типа очки, поехали. Так, еще погнали. 15 тиктоков. О май гад. Ты что хочешь, триллер или комедию посмотреть? Я бы лучше на члены твои посмотрела. Нахуй мне эту хуйню показывают? Давай, дед, дед, ну! Дед! Давай, дед! Блядь, нет. Отгадайте загадку. Маленькая, высохшая, есть у каждой женщины. Что это? Сперма. Башка. Нет, надо было больше очки рисовать. Это изюминка. А изюминка? Да, подержи пачку, пожалуйста. Мама, да везде мы курица грета. Ну-ну-ну-ну! Не хочет, сука. Видела, но он выкинет. Тихо, тихо! Сейчас будет, сейчас будет. Нет, не дотянул, давай! Сука, блядь, какое же уебанство, нахуй, почти. Это пиздец. Приду привет, Ваня, я знаю, что он на стриме. Ваня, иди спи. Ваня, иди спи уже, блядь. Damn, what is that, bro? Trying. Oh, oh. Что тут происходит? Эй, 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 эй
Поверни морду! Поверни морду! Это убеги машу. Ай, блядь. Это убеги машу. Еще раз. Давай, 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 давай! Ну! Чел упал, блядь. Чел! Ну почти! Ну почти, ну! Есть, похуй, пойдет! Пойдет, Все, окей, окей, это засчитано. Давай, 5 самок, блин. Блядь, пойдет, похуй. Бля, ебать гениально вообще. Так, что нарисовать еще? Да нет же, похуй. Да проще усы на самом деле подкинуть. Так, допустим... А какие, как усы можно сделать, блядь, не пойму. Усики, блядь, надо на ком-то... Надо выбрать почему кадр. Почему срать опасно? И как это может вас убить? Ну, когда... Стой, погоди. Назад. Вас убить. Бля, как мне усики нарисовать? Что F? Ты чё завис? А у меня что-то с инетом, короче, беда какая-то. Или меня забанили, а вы не в курсе даже. Так, как-то усы надо нарисовать. Похуй, ладно, я эти обведу. Бля, не, ну как-то, ну, душно, блядь, не-не-не, надо что-то интересное. Сигаретку надо или косячок какой-нибудь. Ой, блядь, сука. Бля, я не знаю, короче, что мне сделать. Мне надо что-то нарисовать, дайте идею. Бля, можно рога реально нарисовать. Не, ну это тоже не весело. Не-не-не-не-не. Я могу любой цвет вообще выбрать. Черным. Так, черным нет. Давайте усы будут. Кепку из ТикТока, бля. Сейчас Зубарев выпадет, блядь. Его кепка наебала. Вы прикиньте, если так будет. Это же пиздец, имба нахуй. Сигаретку. Я не умею, блядь. Мне неудобно на этом типе рисовать. Он показывает, как срать. Ну-ка. Когда вы тужитесь, поднимается внутричерепное давление. И в лучшем случае со временем это приведет вас к инсульту. А в худшем умрете прямо на горшке. Короче, вывод такой. Не срите просто. Стой, повернись ровно. Ай, ты шо. Подожди, тут вообще песня. Так, на котике рисуем. А чё рисуем на котике? Жиза, ну конечно жиза, блядь, ну это время, а вы от кого, здорово, вы от Вани? А, привет, привет, короче, у нас тут челлендж, мы рисуем какой-то рисунок на ТикТоке, если маска, которую мы нарисовали, блядь, она падает на какой-нибудь другой ТикТок, то мы дарим 5 сабок в чат, пока что 2 раза было, Дмитрию Гордону залезли очки, блядь, на лицо, и шляпа какому-то типу еще, блядь, я вот думаю, что, блядь, еще нарисовать нахуй. Ребят, очень плохо, потому что я очень плохо рисую. То есть мне нужно что-то попроще.
Так, смотрите, это типа сишка, поняли? Ща. Блять, оранжевого нет. Ладно, похуй, сделаем так. Так, что еще у меня там имеется? Фильтр, блядь, похуй, пускай красный будет. Не, хуйня. Похуй, пускай сига будет белый. Сейчас дым нарисуем просто. Блять, все, охуенно, поехали. Так, сейчас первый, кому в рот залетает сигарета, блядь, значит, ну, это пиздец смех будет, погнали. Да все, завали свой ебасос. I thought it would be funny to put fireworks. Стой, ну, почти, стой. Нет, надо прям подольше надо. Да, блядь. I love Twinkies. I love Zingers. Ай, блядь, фу нахуй. Вовремя заорал, не слышно, осуждаю долбоеба, блядь. Ну давай. Вот та-та, ну почти, давай. Блядь, ну регать, не регать. Не было, по-моему. Не-не-не, осуждаю, конечно, максимально ебаную эту хуйню. Ебать. Давай, ну. Опять яйца свои колупает. Ну, сука, ну ты заебал уже конкретно, блядь. Сейчас будет имба, по-моему. Ух! Флекс лютый. Ландыши. Стоп. Нет, я знаю, что эта сигарета сейчас ему зайдет, блядь. Но я знаю, чем этот ТикТок заканчивается, блядь. Поэтому... Эй! Все, приехал. Я таких пидорасов... Да вы заебали нахуй, блядь, меня вот это ху... Это что, это в фильме, блядь, такое было? Почему я не помню, блядь? Стой. Есть! Все, это попадание. 5 сабок сюда. Залетело, мне кажется, или нет? Смотрите еще. Не, ну засчитаем или нет? Я что-то не пойму, кстати. Мне что-то не совсем понравилось. Надо, может, что-то лучше найдем? Ну-ка, let's go дальше. Бля, какие-то пиздец нахуй, подряд банворды, бля, не сыпят. Pardon me, bruv. Yes? Can we take a photo? Оп-оп-оп, тихо, это может быть. Yes, sir. Да, блядь, ну вот... Pardon me, bruv. Ну, мне что-то с сигаретой не особо не весело. Ну, типа, не весело с сигаретой. Надо что-то другое. Что можно еще нарисовать? Гвин закинул сапки. Так, сколько я тебе торчу уже? Next рисунок, бро, я уже закинул. Блядь, ну давай тогда что-то еще нарисуем. Сейчас я... Стоять. Так, вот на этом будет. Это будет тестовый. Так, бантик. Куда бантик рисовать? Хаги-ваги лучше, киси-миси. Хаги-ваги? Наверное. Вова, как ты думаешь, хаги-ваги лучше, киси-миси? Нос клоуна хуйня идея. Нет, мне не нравится. Давайте что-то другое. Бля, надо какашку, короче, на голову кому-то. Блять, тут нету коричневого. Сука, почему тут не все цвета? Монокль и усы намути. Блять, сейчас он может ровно повернется, чтобы я ровно нарисовал. Похуй.
Так, а можно нарисовать кошачьи ушки. Что делать, если... Блять, это что, трансляция нахуй развела меня? Что ты делаешь, блять, дура нахуй? Чайбар. Ладно, ребят, я ничего не знаю, кроме как писюн нарисовать, ну правда. Все, поехали. Все, погнали нахуй. Тут уже не важно, где он окажется, если честно. Главное, смешно, типа, похуй. Это меня что-то порвало нахуй сейчас. Бля. Ну нихуя, типа, не надо. Тут другой смысл. Это подошло, но не туда, как я хотел. Это не сапки, нет. Это просто вышло смешно. И все, совпадение, блядь. Кто ты, воин? Блядь, мужик, что с тобой? Я сегодня не пос... Понятно. Осуждаю. До сих пор по тебе плачет бывший парень. Ублюдки электро... Look at this goofy... Да, блять! Блять, это пиздец, нет, с писюном очень сложно. Очень сложно найти, блять, правда. Со шкафу начинается ломка. Похуй, пускай было, блядь. Все, похуй, пускай было, правда. Это мы сейчас с вами до бесконечности будем искать, правда. Так, ну, два разрывных тиктока с писюном есть. Что хотела, то и нашла. Ну да. Не буду даже смотреть, что там за тег был. Так, что следующим надо... А, бля, ща. Это пиздец, нахуй вообще этот видос ставили. Это пиздец, короче. Вот этот видос, это просто пиздец. Как он, блядь, вообще сюда зашел? Чего его не фильтровали? А ничего, там, короче, велосипедист едет. А, ну, я, естественно, это скипну, нахуй. Если... А, там, короче, велосипедист едет, блядь, и мимо автобус проезжает, и, короче, там как арбуз, ебать, разлетелось, нахуй, все. Это пиздец. Охуеть в ТикТоке видосы, блядь. Что? Стой! Ниже! Ай, хорош. Смотри, пидораска.
канал. Все, хватит ТикТока, блядь. Я уже не могу, ну сколько можно, блядь, от этой хуйни ебанины, блядь, пиздеть, но я уже не могу, нахуй. Ну пиздец, каждый, блядь, третий ТикТок, что за хуйня, блядь, ебаная, нахуй. Блядь, Найс модерация работает, в пизду, лучше в Россию вернуться, блядь. Регион Россию поставить и сидеть там кекать. Бля, ну это нихуя не... Галочку, блядь, забрали. 5 раз банворд словил, думаю, ну все, пиздец, короче. Ближайшее время стримов, походу, не будет. Ебать нахуй, черти, сука, тут пиздят, блядь, хуйню. Они научились адаптировать. Они прям с первой секунды это слово хуярят, уроды, блядь.